Его партнеры никак не успевали. Ой, травму серьезную получил Гусев. Досталось ему. Давайте смотреть, что там было. Что вот это? Говорит Симаков на эмоциях, на нервах. Немножко тут потерял равновесие Гусев, уже падал. И, как говорится, помог ему, конечно, Петров. Возвращаемся мы на лед. Ушел в подтрибунное помещение Сергей Гусев. Рассечение у защитника-автомобилиста. Была кровь, но, похоже, никаких репрессий тут не будет игрока Макбарса. Да, очень неудачно там потерял равновесие Гусев, но уже немножко так подтолкнул его Петров в самой последней стадии. И неудачно о борт ударился защитник-автомобилиста лицом. И даже визор не помог.